Ну что, дорогие москвичи и гости столицы, поскольку нам выпала такая честь одновременно сказать несколько теплых слов в ваш адрес, мы считаем, что мы должны и в свой собственный адрес сказать какие-то слова, которые потом автоматом перейдут в аудиторию, которую мы называем дружественной нам аудиторией Финам.ФМ. Мы поздравляем вас с самым приятным праздником, потому что он не связан ни с политикой, он не связан ни с здоровьем, он не связан ни с деньгами, он просто праздник, вот этот настоящий праздник, он всегда с нами и с вами. С Новым годом! Я присоединяюсь к поздравлению Владимира Владимировича таким тухлым и каким-то безжизненным, абсолютно не читая его эфиром, сладострастным, рвущим душу по утрам, что мы продолжим делать в следующем году с 9 до 11, если нас не перекуют и не заставят, так сказать, пуститься во все тяжкие. Я хочу передать вот от нас вам вот эти символы плодородия. Пусть этот год будет плодотворным для вас. Национальный фрукт, кстати. Да. Между прочим, неплохо бы заняться деторождением, усыновлением. Все приветствуется. Все, что благоволит развитию демографической ситуации. Вот я за это. Оставайтесь с Финам.ФМ и будьте счастливы в 2013 году, не обращая на цифру внимания никакого. Да, с счастья. Новым годом. Вам вместе с нами.